Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Черная флешка. Царский список богов». Значит, продолжаем обзор черной флешки и материалов, которые находятся на ней. Так, ссылку я вам оставляю, все зачитывать не буду, сами сможете это сделать. В 270 году нашей эры по поручению царя Птолемея Филадельфийского египетский жрец и историк Манифон составил подробный хронологический царский список богов, полубогов и смертных правителей Египта, начиная с 450 тысяч лет до нашей эры. Оригинал этой бесценной рукописи в 642 году нашей эры сгорел в Александрийской библиотеке. В дальнейшем Геродот и виднейшие греческие историки ссылались на царский список Манифона. Однако целиком этот великий труд никто не видел. В 1938 году немецким историкам, принимавшим участие в экспедиции в Тибет, была передана копия свитка, сделанная в 500 году нашей эры с рукописи Манифона в Александрийской библиотеке тибетским монахом Луй Ламой, откомандированным в Европу для изыскания научных и духовных мыслей великих философов и историков древнего мира. В 1940 году в апрельском альманахе немецкого общества Аннэнербе опубликован весьма любопытный и завораживающий текст, перевод содержания которого приводится без комментариев. Отделом G по исследованию истории древнего мира немецкого общества по изучению истории наследия предков Аннэнербе проведена работа в области исследования так называемого легендарного списка царей, который составлен великим историком древности, верховным жрецом и писарем всех священных храмов египетских, гражданином Гелиополя, рожденного от Себенитки Манифоном, которого покровительствовал царь Птолемей Филадельфийский. Манифон, используя древние знания, которые передавались из поколения в поколение от древних египетских историков и жрецов-хранителей знаний, систематизировал сведения о правлении египетских царей 31 династии. Что характерно, Манифон приводит даты и краткие подробные описания событий, которые происходили на Аравийском полуострове и в Северной Африке за 450 тысяч лет до нашей эры. Для того, чтобы перейти к комментариям текстов, оказавшихся в распоряжении наших ученых, мы приводим перевод на немецкий язык, осуществленный нашими специалистами с древних тибетских манускриптов. Ну и далее, ребята, вы можете прочитать сами вот этот вот царский список, текст номер 1. И поехали, 450 тысяч лет назад, с благословения великого бога и отца всех богов земных, известных на земле и во всех частях света, для всех народов, заселяющих землю, верховного правителя семи миров Амона, верховный правитель дальнего мира сотен миллионов лет, Аллаху послал двух ровных сыновей Амона и великих богов бессмертных Ану и Энки для упокоения их бессмертных божественных душ на земле и царствования в виде смертных людей. Ну и так далее. Желаю вам приятного прочтения. Может быть, найдете интересную информацию здесь для себя. Спасибо за внимание. Ролик заканчиваю. Смотрите на здоровье. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. До свидания.